Полное описание и точки даты выхода с 91 по 100 серию российского сериала «Красная зона». Новые серии сериала продолжат выходить на телеканале НТВ с 9 августа. Серии будут выходить по 2 в день. 91 серия. Градов встречается с Юлей, сообщает, что хочет взорвать ЦКБ и просит дочь о помощи. Плющев не разрешает Инге ассистировать ему во время операции. Инга в ответ высказывает Плющеву все, что он о нем думает. Во время операции, которую Марат Леонидович проводит, не дождавшись анализов пациентки, женщина умирает. Но Плющев не считает себя виновным в ее гибели. В ресторане он встречается с Юлей и делает ей предложение. Юля поднимает немолодого ухажера на смех. 92 серия. К Нане Туридзе приезжает старый знакомый Самсонов с дочерью Полиной. Он серьезно болен. Его супруга скончалась от ковида в самом начале пандемии. Самсонов просит Нану Вахтанговну позаботиться о его дочери, так как у него четвертая стадия онкологии. Чтобы удочерить Полину, Нана заключает брачный союз с Ильей прямо в больничной палате. 93 серия. Заславский предлагает Алабиной стать руководителем российско-израильской программы. Это отличный шанс изменить жизнь. Эльвира обещает подумать. В то же время Антонов приглашает Эльвиру поехать с ним в Москву в отпуск. Градову нужна команда для его частной клиники. Для этого он по очереди встречается с докторами из ЦКБ и каждому предлагает занять должность главврача. 94 серия. Лариса беременна, но хочет избавиться от ребенка, так как страдает от сильных головных болей. Выясняется, что причина – недомогание Ларисы, прогрессирующий рассеянный склероз, и аборт ей необходим по медицинским показаниям. В это же время мать одного из ее пациентов жертвует своей жизнью, чтобы спасти больного сына. По ЦКБ проходят слухи, что больницу скоро закроют. 95 серия. Градов сообщает Галаевой, что ему нужно закрыть ЦКБ. Врачи клиники обсуждают предложение, полученное от Градова, и выясняют, что он всем им посулил одну и ту же должность. Горячев приглашает Вику в кафе на встречу с мамой, намереваясь там сделать ей предложение. В то же время в клинику привозят его бывшую невесту, которая становится его пациенткой. Никита переезжает на новую квартиру и предлагает Вике поехать с ним ее посмотреть. 96 серия. У Карпенко неприятности, ему срочно нужна крупная сумма денег. Он носится по всей больнице, пытаясь взять в долг, забывая при этом о профессиональных обязанностях. Один из пациентов чуть не погибает из-за его халатности. Проверяющий требует, чтобы Хлебников уволил Карпенко, но тот и сам готов уйти. В его смену привозят девушку в тяжелом состоянии, которой Карпенко спасает жизнь. В больнице начинаются новые проверки. 97 серия. В ЦКБ попадает тяжелый пациент, избитый в СИЗО, совратитель несовершеннолетних. В городе поднимается волна протеста. Кто-то пускает слух, что врачи укрывают преступника. Галаева сообщает Хлебникову, что операцию подследственному делать нельзя, но у хирургов свое мнение на этот счет. 98 серия. Галаева отправляет Минздрав докладную, где четко высказывается против закрытия больницы. Сафонов пытается объяснить коллегам, что новая клиника – лучший вариант для пациентов. Он собирается уволиться и хочет уехать из города, начать новую жизнь. Но вскоре он попадает в красную зону, где за ним ухаживает новая ординатор – Татьяна, девушка, которая в него влюблена. 99 серия. Градов требует, чтобы мэр подписал приказ о закрытии ЦКБ. Волк жалуется Хлебникову на то, что в клинике не хватает персонала. Инга видит, как Кирилл и Настя целуются. Тем временем в городе происходит ЧП. В аквапарке обрушилась крыша. Пострадавших развозят по всем больницам. Выясняется, что дочь Карпенко была в здании в момент аварии, как и дочь мэра города. 100 серия. Хлебников предлагает Нарышкиной узаконить их отношения. В ЦКБ проблемы с электричеством, из-за которых случается возгорание. Врачи в это время проводят серьезную операцию. Остановить ее нельзя. Кирилл застревает в лифте и получает отравление угарным газом. Его спасает Инга. Сотрудники пожарной команды узнают, что в клинике установлен кислородный концентратор. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить на телеканале НТВ с 9 августа. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий,
тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.